Вами я есть, то, что я есть. Элохим, Сен-Джермена, порции, Гурма, Ванелло, Падма, Самхавы, Куани, Витих, Янибуд. Вами я есть, то, что я есть. Санада, Гумары, Гаутама, Будды, Господа Майтре Иисуса Христа. Ом, Вая, Рочина, Акшобия, Радна, Самбава, Амидава, Амогасиди, Ваджра, Сатва. Ом. Во имя возлюбленного, могущественного, победоносного присутствия Бога я есть во мне, моего истинного собственного возлюбленного святого я Христа, святых я Христа всего человечества, возлюбленных Альфа и Омеги, возлюбленных Гелиуса и Весты, возлюбленных Божьих Элохим, 12 могущественных Архангелов Господних, легионов света и сердца Бога великом центральном солнце, могущественных космоса и Астреи, возлюбленного Ясиния, предводителя террористических отрядов, Божьих Серафимов и Херувимов, Воды Кармы, Космического Совета 24 старцев, возлюбленного Маха Чухана и Семи Чуханов Лучей, возлюбленный Гурма, Ванелла Николая Рериха, Единого Духа Великого Белого Братства и Матери Мира, элементальной жизни, огня, воздуха, воды и земли. Вышел указ, до сих пор и не дальше. Либо земля должна быть разрушена за нечестие падших, либо им незамедлительно должно быть возвращено рубиновым лучом все, что они выслали в мир. Поэтому Святой Дух повелел в отношении тех, кто погубил или пытается погубить наследника, Сына Божьего в посланнике, в хранителя пламени, Церкви Вселенской Торжествующей. Они связаны, чтобы своей разрушительной деятельности не смогли погубить невинных. Во имя Альфа и Омеги, во имя Великого Центрального Солнца, мы шлем в Духе Святом, в Отце и Сине, полную силу рубинового луча, полную силу исполнения приговора Господа Бога Всемогущего посредством рубинового луча, опечатанным фиолетовым пламенем, тайными лучами могущественного космоса, первым лучом Отца, вторым лучом Сына, белым огнем Матери. Мы требуем связать тех, кто отрицает силу великого белого братства во плоти, кто выходит убивать и губить законных представителей Санада Кумара на земле. Мы требуем выслать рубиновый луч в этот час, чтобы поразить теми нечестивых падших, разрушителей и же с ними, от анархии, атеизма и терроризма, тех, кто поддался смерти и аду, прикнул к самым порочным, которые тоже связаны рубиновым лучом. Во имя Архангела Михаила и Архангела Архии Девятого Луча мы шлем регионы света, 12 Архангелов и Архии Бедной Смерти Ада, дабы связать злодеев и тех, кто стал предателем слова. Пусть вопят, они связаны в этот час, и весь огонь рубинового луча сходит ныне, как сходил день смешения языков, и силы, мудрости, любовь и Бога Всемогущего сохраняется это смешение поныне. Итак, мы говорим во имя Слова Живого, властью Господа Христа, сила Святого Духа через Отца и Мать. Лазерное излучение рубина луча ускоряет суд над падшими, решившим, о чем они продолжали без устали твердить, уничтожить святая сила их Бога, завет вечного Евангелия и свет века Водолея. Посему звучит слово, они связаны в этот час, они связаны, мои я, есть им то, что я есть, и полную властью Йодхея Вавхея. Властью Элохим, властью Эль-Шадай, властью Элион, властью я есть им то, что я есть. Они связаны, обращены в бегство. Вот свершилось! Вот рубиновый луч проникает ныне самой сердцевины тьмы, манипулирующей ими, сосредоточенной в межгалактических силах падших, принадлежащих смерти аду. Пылай свет рубиновый луча, прожигая до самой сердцевины вместе с секретарными аппаратами, всю их тьму, распространяющуюся по всем галактикам. Лейте свет, дабы рассеять и создать демонов, провозглашенных во имя Сен-Джермена. Мы провозгласили решительный указ Господа Бога. Мы приходим как посланники Центрального Солнца. Мы приходим в ответ на призыв Хранителей Пламени. Свет изливается. Свет будет изливаться и будет сходить на землю. Они не устоят, они обратятся в бегство. Они не устоят, они обратятся в бегство. Они не устоят, они обратятся в бегство. И мы говорим снова. Небо и земля придут, но слово останется неприходящим. Слово запечатлено в молекулах земли. Оно несет силу рубинового луча, высвобожденного святыми кумарами, которые вместе с космическим советом постановили в этот час, что они не пройдут, они не обойдут. Им не уничтожат свободу религии в России, Америке и по всей земле, свободу печати, свободу собраний, им не извратить право на свободу слова. Им не будет позволено осквернить святая святые христопламя в каждом из благ сил Бога нашего на земле. Посему вынесем приговор рубинового луча абортам и тех, кто их производит, умышляя какие-либо частицы жизни, физические, духовные, ментальные, в телах желаний светоносцев. Рубиновый луч выходит в этот час связать и судить все, кто распространяет наркотики, все с теми нечестивых. И этот приговор рубинового луча усилит в этот час все, что уже пролучало в прошлом.
Таков указ слова, ибо само слово, воплощенное в зоре, прозвучит из сердец хранителей пламени, которые сделают выбор стать посвященным временного луча, и таким образом обретут защиту в великих делах Господних. Сонма света, легион белого огня, легион рубинового луча, сойдите ныне, осените знак рубинового креста этот город ангелов, и пусть он будет подсорен над каждым городом на земле. Да будет осел рубинового креста знаком, дарованным Господом Богом, тем самым, кто наделил силу Моисея, Илию Елисея, тем самым, кто послал мир Самуила, послал Господа Иисуса, Гаутама Будду, Майтрею, кто послал всех святых со времен Заратустры, от кого не отрекутся на земле, кто не может быть подвергнут осмеянию, против кого не выступит. И пусть те, кто потирает святая святых чужой религии, услышат слово Чамуила любви, ибо Господь Бог не позволит этого, ибо Господь Сахара Кумара приходит на землю в этот час, и, пребывая во всей полноте Бога решимости, выпускает молнию Вселенского Христа, который летит с востока на запад и снова возвращается на восток, является силой, уносящей приговор народам, различным экономическим системам, международным банкам, лишившим света остатка детей света. Рубиновый луч сейчас пронзает их. Международный заговор капиталистов и коммунистов, первого зверя, чье имя богохульство, его образ, знак, имя и число 666, какого нашему власть из тех, кто является выразителем его идей, включая уже пастырей, лжегуру, светских государств, второго зверя, что творит великие знамения, обольщает живущих на земле, всех жестов от коммунизма, убийца, оказывающих им поддержку капиталистов США, ходания на Британских островах, в Европе и на Ближнем Востоке, Никарагуа, Сальвадоре, Мексике, Коста-Рике, на Кубе, в Центральной и Южной Америке, в Афганистане, Эфиопии, Анголе, Мозамбике, Южной Африке, Намибии, Пасе Африке, Мьянме, Таиланде, Лаосе, Камбодже, Вьетнаме, Северной и Южной Корее, на Филиппинах, по всей Юго-Восточной Азии, в Индии, Китае, Тибете, России и бывших советских республиках, пронзает их ненависть и творение ненависти, их предательство слова великого белого братства с силой миллионов ангельских легионов, которые более не допустят осквернения города святого храма Бога нашего. И так свершилось! Рубиновый луч льется и проникает в глубины психики, саму сердцевину ненависти ее порождений, во всех затаивших злого на мать, посланников и наследника Господа, хозяина и виноградника. Ибо поистине те, кто приходит как посланники Бога, это наследники Саната Кумары, и все, кто является их детьми, их хранителями пламени, наследники Саната Кумары. А посему убывавшие от начала наследников космического Христа, связаны в этот час в ответ на призыв космического Христа Майтреи и легионов верного истинного, Саната Кумары, Гаутама Будды, Иисуса Христа и Сен-Жермена, связаны канатами рубинового луча, белым огнем, силой центрального солнца, всей силой Гелиоса и Весты. Да будут они признаны как вера в этот час, да подвергнутся в трепет перед Господом Богом, ибо рубиновый луч вышел из этого сердца, и сердце солнца и они связаны, и посему их посвящение рубиновым лучом — это приговор, а посвящение рубиновым лучом светоносцев предназначено для возвышения сеяния Саната Кумары до стези Вознесения. А посему они не пройдут, а посему им не устоять, а посему рубиновый луч приходит как Господь Шива, несущий гибель всем, кто губит землю. А посему собственно разрушительные силы истребляют их. Этот луч света изливается и сейчас становится защита для каждого светоносца, который теперь свободен, избавлен от рабской зависимости от сила ангела белого луча. И он свободен, он будет свободен, он заново родится в свете, и выйдет вечно или будет распространяться, и свет расчистит путь к обилию всех благих и совершенных даров, ради возвышения на них всех божественных целей. И это исполнится во мне, в каждом хранителе пламени, светоносце причастнике церкви Вселенской Торжествующей. И я заявляю свое право на мантию, на возможность день принесения жертвы и день предания рубинового лучу. Господь Саната Кумара протягивает руку. Господь Бог твой явит себя в событиях, происходящих в мире. Познайте Господа. Будда рубинового луча, приди! Будда рубинового луча, приди! Будда рубинового луча, приди! Сойди ныне, сойди ныне, сойди ныне, сойди ныне. Легионы света, возвестите приход Будды рубинового луча, возвестите приход Божественного. Будды рубинового луча, сойди ныне по тайным лучам могущественного космоса, сердце сердец, святая святых твоих хранителей пламени и тех людей по всей планете, кто обладает светом. О молния Герас и Аморы, о Павел Венецианец, Герас и Амора, Махо Чухан, Херес и Амора, Чумейл и Любовь, регионы Господа Саната Кумары, регионы ангелов Рубинового Луча и Третьего Луча, регионы Космического Креста Белого Огня,
регионы семивозных архангелов, регионы Юстиния, предводителей террористических отрядов, надо от пламени любви, огня свободы, сойдите ныне! Итак, любимый луч достиг сейчас самого ядра земли. Се Элохим! Се Элохим! Се Элохим! И божественный приговор произнесен с великого белого престола тем, кто сидит на нем, Господом Богом. Итак, Господь, хозяин виноградника, сказал свое слово. И свет рубинового луча излился. И сила целяет себе и будет поддерживать физическую тайну с помощью Серафима Помаха Чухана. Ведь тот свет есть в голубе святом. Во всех святых, членах великого белого братства, вознесенных и невознесенных, спасение в ковчеге Господнем! Спасение в ковчеге Господнем! Спасение в ковчеге Господнем! Войдите в ковчег Господень! Войдите в ковчег Майтреи! Ковчег завета и пламя ковчега! Войдите в Шехину Мать! Войдите в свет Отца! Спасение в ковчеге Господнем! Спасение в трехлепестовом пламени! Спасение на Христе Твоем и Моем! Спасение в Я Есмь то, что Я Есмь! Спасение в мантии великого белого братства! Спасение в мантии великого белого братства! Спасение в ковчеге Господнем! Спасение в Слове! Вот Я Есмь Слово! Вот Я Есмь Слово! Вот Я Есмь Слово, воплощенное, несущее рубиновый луч! Как вверху, так и внизу! Как вверху, так и внизу! Я Есмь, мы есть, все мы в пламени! Любовь в пламени! Я Есмь сокровенное имя! Я есть нисходящий свет сокровенного имени. 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 Я есть свет сокровенного имени нисходящего имени. И средоточие рубинового луча. Вот я есть то, что я есть. Вами я есть то, что я есть. Аминь. И в полной вере осознанно принимает это явленным. И в полной вере осознанно принимает это явленным. И в полной вере осознанно принимает это явленным. Здесь и сейчас, в полную силу, для чем-то вечно, всемогущий действия, постоянно жалеющий и охватывающий мир, до того часа, когда все вознесутся в свет и станут свободными. Возлюбленный я есть, возлюбленный я есть, возлюбленный я есть.